Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем два павильона, 2,5 метра на 4. Разгрузились, брус разложили. Сейчас будем все соединять, скреплять, разматывать, обшивать торцы. Ну вот, приступаем. Продолжаем монтаж теплиц. Павильон 2,5, 2 штуки. Каркасы полностью собрали, ну один еще прогонит часть закрутить. Тут уже полностью собрали, наживили стены, прогон еще собрали, все торцы обшили, форточка двери осталась, крыша отливы, ну все дальше, к основанию все закрепили. Здесь еще верхние прогоны, начали тоже стены делать, Леонид. Все, продолжаем. И вот наконец-то мы закончили монтаж. Теплица павильон 2,5 метра в ширину, в длину 4 метра. Две теплицы абсолютно одинаковые. Показывать буду одну, потому что все один в один. Значит, свалена конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, 20 на 40 дверные части, двери, а также верхний усилитель 20 на 40, стойки, ноги 40 на 40, полимерным порошковым способом окрас, цвет шоколад, поликарбонат 4 миллиметра, 0,75 плотность, а фундамент брус 100 на 150, пропитан антисептиком, все закреплено на якоря. Соты поликарбоната защищены лентой торцевым профилем. Здесь резинка, торцевая резинка по крыше. Здесь обрамление уголок. В теплице установлено 4 нитки системы подвязки. Коньковая фрамуга на термоприводах. Сейчас закрыли, термопривода сняли на зиму. Значит, в дальнем торце форточка тоже на автоматическом проветривании. И здесь цельная дверь входная. Все, такая красавица. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте комментарии, заказывайте металлоконструкции. Всем пока.